здесь вот мы еще увидели такого интересного молодого человека, который красивая замечательная супруга. Мы хотели взять у него интервью и сказать, как же он сюда попал. Что здесь такого интересного, что он сюда приехал? Здравствуйте, меня зовут Роман Лаевский. Меня зовут Лата. Да, мы здесь на Гавайях отдыхаем за счет компании FFI. Чуть больше, чем полтора года я строю бизнес в компании FFI. Побывал много где, и благодаря компании побывал. У нас был замечательный медовый месяц в Доминикане, в Черногории нас компания приглашала полностью за свой счет. Вот сейчас вот рай на земле, это самый дорогой курорт для американцев, я думаю, что и в мире, на Гавайях. На другом конце планеты, на другом конце земного шара находится. На самом деле здорово здесь климат, у нас зима, холод, снег. Здесь солнышко, замечательная природа, отдыхаем, куражимся, у меня нет ни одного доллара с собой, даже не взял в кошельке, только кредитная карта, и то воспользоваться не пришлось, все включено, ну вернее компания за все платит, это здорово, конечно, и самое главное, что этого может добиться абсолютно каждый из вас. Впереди промоушен на Доминикану, и каждый из вас может туда попасть. Я думаю, еще много-много чего интересного вас всех ждет. Так что верьте в себя, действуйте, из компании FFI возможно все. Все, всем пока.